Ребятки, всем привет, с вами Александр, в кои веки записываю с телефона. И да, игра в таком вот формате странном. Я думал, что игрушка-бегушка будет как в широком формате, но нет, это у нас с всеми любыми Марио, но она почему-то у нас в вертикальном формате. И она не бывает в горизонтальном, так что все вопросы такие отбрасываем. Это, в общем-то, наша, скажем так, домашняя территория. Нам нужно снова спасать принцессы. У нас здесь есть три типа игры. Есть ралли, есть ремикс, есть тур. Тур это у нас, по-моему, является прохождением. Давайте сейчас понемножку зайдем туда, сюда и туда. А, да, да, я тут даже немножко поиграл, но мы начнем сначала, чтобы познакомиться с этой игрулькой. Выглядит она довольно прикольно. Нам нужно собирать вот эти вот, ну, обычные монетки, и лучше собирать еще вот эти вот фиолетовые монетки. Это супер монетки, которые нужно собрать все по уровню, но я пока что этого не делал. Марио у нас, кстати, бежит сам и умеет перепрыгивать сам тоже. Всякие и препятствия, и врагов, и двойной прыжок у нас есть. Так. Тун. Ну, вот так вот, видите. Он умеет у нас даже лазить. Вот это я зацепился за черепаху, но зато я собрал супер монетку. Музычка. Блин, ну как это я так... Ой, я допрыгнул. Ну, не запрыгнул на второй этаж. Черепашка это тоже наш фраг. И ура, ребятки, мы добрались до первого флага. Но я помню еще в старой игре на 8-битке там мы на такой трамплин, точнее на пирамидку такую заходили, и потом прыгали в длину, можно было перепрыгнуть даже через флаг. Так, надо больше черепах как-то припрыгнуть, а то всего лишь одну завалил. Непорядок. Так. Вариант номер два. Рекорд 203. Давайте сможем мы ли его побить со второй попытки. Прыжки об стену. Это нас все-таки еще обучает. Да, вот так вот эта штука работает. Блин, я вот там вот пропустил. А тогда я собирал, по-моему, эту штуку. Блин. Как-то там можно было. Ух ты. Вот так вот в пузырьке мы возвращаемся. Куда? В самое начало уровня. Во. Грибочка собрать нужно было. Во. Вот это вот я сделал в прошлый раз. Я хочу собрать эту монетку. Ну как? Давай. Допрыгался. И монетку не собрал. А он разворачивается, гаденыш. Ну ладно. О, вообще-то я их мог всех позбивать. Блин. Только не надо мне в самое начало. Фу, вот, да я тут могу выбирать, оказывается. Тут. Ну, я кочурился. Повторите. Нет, блин. А, я красавчик. На этот раз у нас получилось все лучше. Не знаю, как туда попасть, не получается. Ладно, давайте подождем. Тут. Нет. Блин, опять я... Тут надо заранее как-то прыгать.
Уи! Я, по-моему, с первого раза прошел здесь без каких-либо там ошибок. Он так изящно у нас, как альпинист, цепляется одной рукой. Уи! Так, надеюсь, уже конец уровня. Да, конец уровня, но... Одну монетку всего лишь собрал, розовую из четырех. Ну, на телефоне вертикальное положение, что-то мне не очень нравится играть. А как можно цветочки поубивать? Если на цветочек сверху прыгнуть? Интересно. Так, левел 3. А, я его только начал, в него не играл. Нашествие летучих куб. О, Купа, это же наш враг. Это черепашка. Да, что-то я не понял. Странно, не могу туда запрыгнуть. Давайте повторим. Ну, какая-то ерунда происходит. Почему-то вообще не могу тут прыгать. Что происходит? А, ё-моё, надо подольше держать. Так, что-то я бегу и... О, собрал хотя бы одну розовую штуку. Марио у нас еще умеет цепляться. Уху, я еще живой был. Живой. Тут-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну ладно, еще раз давайте попробуем. Не допрыгнул. Ах, их хотя бы монетку собрал, было бы повеселей. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, ладно. Гаденыш Купа летучий. О, точно, их же можно было футболять, я помню. Ура! Я прошел это, ребята. Ху-ху-ху-ху. Три купы летучих завалил. Так, давайте вернемся назад. Ха-ха. Так, здесь ты так быстро не пройдешь. Так, пройди одно испытание, чтобы открыть мир 1.4. Собери 100 таадов.
врали стадами. Так, ну давайте соберем, попробуем собрать 100 тадов. Это наши грибочки. Так, давайте зайдем в наши ралли. Вот ралли. И здесь нам нужно 100 грибов насобирать. Выбрать соперника. Ну, давайте самого слабенького выберем. 1,5 монетки мы потратили. Так, что здесь надо делать, понятия не имею. Так, помню, точно, мы бежим и... Блин, промахнулся. Целился туда, куда хотел, но промахнулся. Эх. Помню эту штуку. Во. Я вырос. Я вырос. Конец. Так, надеюсь, я победил. Ну, давай, давай, давай. Я вообще не смотрел, какой счет, что надо было делать, я просто бежал. Так, кстати, эти тады пополняют наше население. Они там тоже что-то нам будут в итоге давать. Так, насобирал. То есть у нас как бы приравняли, что одну монетку за одного грибочка. Ну, неплохо, я доволен. Расмуса мы победили. Ну, Расмус, походу, вообще не играл. 177 грибочков. Так, ну я собирал, то есть, получается, каких-то обычных самых бедных красных тадов. У них не хватало, не хватило красок на синюю. Возвращаемся в наше королевство. Фух, ну и вот тут наши тады гуляют. Мы, кстати, тут, да, что-то можем даже строить. Так, в твоей королевстве пришло так много тадов, что твой замок достиг нового уровня. Во! Только что это мне дает? Так, у меня есть какой-то подарков. Тут нет подарков. Ладно, с уведомлений нет. В общем-то, ребяточки, если вам понравилось Марио, ставим пальчик вверх. И тогда, может быть, я сниму еще серийку и будем зарубимся с вами, кто соберет больше тадов. С вами был Александр. До скорых встреч.